Так, тут опять очередная красота, в которую мы не пойдем. Поэтому пока все пьют кофе, жуют бутерброды и пирожки, я сейчас быстренько-быстренько. Там мост такой красивый, прям так хочется на нем сфотографироваться, но, видимо, не судьба. В очередной раз никого за собой тащить. Сейчас подойдем поближе, терек поснимаем. Пойдем, куда нас дальше наш гид Вячеслав поведет. Болотце. С другой стороны болотце. Кстати, живописное. Тут все, блин, живописное. И горы. Прелесть. А самое главное, что несмотря на выходной и праздник, людей не особо много. Нет такой толкучки, как у нас. Вот он, очень красивый мостик. Или памятник мостику. Или кусочек какого-то древнего мостика. Вряд ли мы об этом узнаем что-либо. Поэтому просто подойдем и полюбуемся речкой. Речка. Там тоже вот какое-то сооружение непонятное. Ладзика. Ротонда. Видимо, туда мы тоже не пойдем.